Александровке уже стало доброй традицией на Рождество проводить народные гуляния. В празднике, организованном поселковой администрацией и депутатом горсовета Сергеем Червачевым, приняли участие многочисленные гости. Добра и мира пожелали всем собравшимся участники детского хора Свято-Успенского храма «Серебряные колокольчики». Жителей поселка с рождественскими праздниками поздравил городской голова Черноморска Валерий Хмельнюк. Хочу присоединиться словам этой прекрасной песни и пожелать всем добра, счастья, благополучия. И сказать, что этот праздник бы, может быть, в таком объеме не состоялся, если бы у вас не было такого прекрасного депутата городского совета. Общаясь с сельчанами, городской голова подвел итоги прошлого года и рассказал о ближайших планах, которые необходимо реализовать в Александровке. В уходящем году мы как никогда много сделали для жителей Александровки. 9 улиц заасфальтировали, практически осветили весь поселок. Значит, благодаря настойчивости вашего депутата, мы уже в бюджете, это уже состоявшееся решение, принято депутатами городского совета, и определена сумма больше десятка миллионов гривен на проектирование и строительство детского сада. Проведение общих праздников в поселке – это не просто хорошая традиция. Это возможность весело провести время, обменяться теплыми словами и пожеланиями счастья, считает депутат Черноморского горсовета Сергей Червачев. Дорогие земляки, хочу поздравить вас с великим праздником Рождества Христова. Пожелать вам счастья, мира, добра и всего самого лучшего и прекрасного. Рождественские морозы и метель не стали преградой для многих жителей Александровки, которые с удовольствием пришли на торжество. Гости праздника делились впечатлениями и отмечали, что таких мероприятий в поселке должно быть больше. Их всегда ждут с нетерпением, особенно молодежь. Несмотря на то, что сегодня холодно, на то, что сегодня такая погода, мы сюда пришли, потому что здесь очень весело. Здесь можно действительно послушать колядки, то, что вот такой большой праздник. Я очень рада, что устраивают у нас такие праздники, и хотелось бы почаще таких. Такие праздники нужны для встречи с друзьями, это весело, прикольно, но хотелось бы чаще, чтобы они проводились. Сегодня очень хорошо трогательно пел детский хор, они очень хорошо пели щедривки, поздравляли, ну и хорошо вообще дети выступали. Самые маленькие гости праздника получили в подарок сладкие сюрпризы. А выступления творческих коллективов, дружное общение, искренние пожелания, поздравления и горячие угощения стали замечательными подарками для всех участников рождественского вечера в Александровке.